Несколько лет подряд, накануне празднования Нового года и Рождества, на телевидении появлялась реклама напитков от Coca-Cola. Многим она приносила праздничное настроение. Но накануне первого дня зимы в румынском Бухаресте эпично сгорел грузовик, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании. Водителю удалось спастись. Сгорание произошло во время движения. Огонь возник в прицепе и быстро охватил всю площадь украшенного снежинками транспортного средства. Пламя могло перекинуться на кабину водителя, но он успел ее отсоединить. В результате инцидента прицеп грузовика сгорел полностью. На место происшествия прибыли специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы. Специалисты установят причины возгорания. Напомним, компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company в этом году приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola. По словам Джеймса Куинси, предприятие столкнулось с критикой в свой адрес. О том, какие конкретно меры последуют, не сообщалось. Позднее дистрибутор компании Coca-Cola, компания повысила цены на свой ассортимент на треть. Российское подразделение компании Coca-Cola теперь выпускает напиток под брендом «Добрый кола». Этому производителю также принадлежат бренды «Добрый», «Богатый» и «Моя семья». Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил заменить Кока-Колу на новогодних столах на компот. Нераспроданные остатки зарубежного напитка стоило бы использовать для борьбы со льдом на дорогах. Эта жидкость может разъесть и бетон, заключил он.